наверное, даже представить себе не можешь, как можно из обычной хорошей девочки сделать фрика. А я представляю и сегодня покажу, как я это сделала. Так, погоди, ты тоже заметил густые кудрявые волосы? Тогда могу тебя поздравить, ты не слепой. В свою очередь я хочу поделиться своим париком от Donna Love Hair, так что тащи ножницы. Хорошего качества парик, придраться совсем не к чему, ссылка на магазин в описании. Оп, и расческа еще к нам прилетела. Это очень здорово, хотя парик лучше не чесать. Ну все, проехали. Продукты я вам тут показывать не стану, поскольку въебут с косметика Салика, я совсем не горю желанием. Пацан, тут вроде и так все понятно. Муж уже зрение ваш провели, а с ним все ок-чпок. Вначале я нанесла базу под тени, а сейчас я пытаюсь скрыть брови консилером. Какое же все-таки счастье, что я на данный момент их осветлила. Наношу на все верхнее веко тени цветом фуксии, на нижнее пурпурные и черное на все подвижное веко, и на нижнее. Нам в этом образе нужно сделать максимально устрашающий взгляд. Чем страшнее, тем лучше. Еще заметила, что фрики любят при себе рисовать очень странные брови. Даже, я бы сказала, страшные. Без татух на лице мы далеко не уйдем, так что идем бегом себе набивать татуху. Я бы нанесла черную помаду, но вместо только фиолетовая. Гримом делаю бугры во лбу, все настоящие фрики их имеют, а я же тоже хочу быть настоящим. Ну если ты оценил этот видик, то ставь лайк, подписывайся на канал и до новых встреч. Пока.